Дорогие коллеги, сегодня я хотел обратиться к нашим коллегам, которые посвятили свою жизнь, работу скорой помощи. Сегодня уникальная дата. 100 лет саратовской скорой помощи. Не побоюсь этого опасного слова, люди, работающие сейчас там, они буквально стоят на передовой. На передовой затянувшейся борьбе с этим невидимым коронавирусом, с подъемом вызовов, с бесконечными бессонными ночами. И они просто тоже люди. Они болеют. И даже умирают. Профессия обязывает их ко многому. Им нельзя не грубить, им нельзя не приехать на вызов. Они стараются, их не хватает. Мы стараемся им помочь, но все равно этого мало. Да хоть этот праздник будет для них праздником их профессии. Пусть их вспомним, скажем им доброе слово, идя рядом, встречая их на пороге. Благодарю их от лица всех жителей города Саратова, от всего медицинского сообщества, от администрации города, от правительства Саратовской области за их нелегкий и самоотверженный труд. Поздравляю и большое им всем за это спасибо.